Если бы я 2 года назад слушала своих знакомых, которые мне говорили, что в Орифлейме денег нет, я бы сейчас не сидела бы... Вань, как машина называется? В Мустанге, в Майами. Не отдыхала бы сейчас в Америке. Поэтому, ребят, думайте, кого слушать. Слушать тех, кто добился результата в сетевом бизнесе, или тех, кто сидит на наемной работе за 15-30 тысяч рублей в месяц и ждет долгожданной пенсии. Я предпочитаю слушать мудрых наставников в своем бизнесе, с которыми мы сейчас вместе за границей отдыхаем. Аленчик? Вань, вот они, заправляют Мустанг. Вот. Карту? Да. Сейчас, да. В общем-то, путешествуем вместе, отдыхаем, катаемся, отдыхаем. Все, привет неверующим.